Не, Лёш, я сейчас чуть снять хочу. Чуть снять наше движение на гору Кокуртвы. Она где-то слева от нас находится. Как бы мы сейчас в области находимся, но при этом надо углубиться в левую сторону. На вершину. Так, ну, я думаю, где-то должен быть поворот. Через кусты же мы не полезем. Прям вообще дикая местность какая-то. Как просто в лес пришли. А, вот это, наверное, есть. Да. Вот она. И как Кокуртвы. Теперь понятно, почему ее не было видно нигде. Когда по дороге едешь. Так. Интересно, отсюда будет видно хотя бы одну гору какую-нибудь? Вон, вот здесь не кусок. Да. Здесь бы видно и даже не одну. Больше. Вот оттуда. Лысую, по-моему, видно. Вроде как лысая. Вчера с кинжала видел. Удобно тебе там? Могорская больница где-то там. Где-то там, судя по всему, и крыша. Да. Честно говоря, не знаю, можно на это залазить или нет. Это считается памятником или это просто? Как уступ? Ну и что, на точку можно залазить? На точку можно залазить? А если ошибешься? Написано, в чью честь, да, стоит. Венки не лежат, значит, можно залазить. А, кстати, Пештал тоже видно. И еще мелочка, может, прям непонятно сюда. Что это за мелочка? Так, ребят. Надеюсь, слышно меня будет нормально. Там больница Кумогорская, знаменитая местная. Так, это верблюдка. Как тебя? Пештау его зовут.
Сейчас идем на источник. Где-то он рядом уже. Скоро уже будет его видно. Дорога тут плохая, но тропа все равно ясна. Но по всей видимости нам на тот холм не надо уже. Мы мимо пройдем. Да? Дорога туда идет? Вот сейчас придется отключать камеру и смотреть. Так, еще интересно то, что об этих местах даже, в принципе, даже и не слышно было. Хотелось бы прийти сюда посмотреть, а если не заинтересуешься сам, то фиг ты здесь побываешь. По какой причине? Потому что там мышь, вода, через классное окно. Да. Змей мы уже любим. Ах ты, блин. Ты смотри, аккуратнее поцарапает. Оба. Не понял. Это источник? Да ну. Серьезно? Это мы сюда должны были прийти? Блин, какая тут длина, интересно. Чего? Тут, походу, и длины нету. А, подожди, это же... Туда, возможно, очень глубоко быть может. Может быть. Это вообще грязи источник, насколько я понял. Но, судя по тому, что в интернете написано, его можно пить для того, чтобы меньше... Был шанс заразиться желудочными болезнями. Ага. Ну попей. Заразишься всеми желудочными болезнями. Да, которыми болею и не болею. А палку можешь какую-нибудь найти? Попробовать засунуть. Нет. Это что, это ерунда? Да нет, это не кажется. Вон асфальт видно. Такое просто. Да и это, видишь, она лежит как бы сама по себе. Она бы утонула по факту. Угу. Что за фигня? Ради чего было сюда идти, ё-моё? Такой вроде неплохой проход сюда. И такая тупа. А, ты настенался? Ну как бы да, двигать будем тогда. Длинная.
так долго за тобой, а? В гоночки играешь. Так, ну в общем, видимость хорошая. Но вода грязная. Ужасно грязная вода. Мыться здесь не вариант. С той стороны мостик какой-то есть. Отсюда на ту сторону так просто не попасть. Там забор. Люди приехали рыбачить, видимо. Вот там человек тоже сидит. Рыбачит. Сейчас только сюда подошли. Отсюда человек ушел, отрыбачился уже. Полностью экипирован. Накатить? Да, дать всем повыше. Ну, прикол, я очень знаешь, там, я тебя обманывал все время. Не успел приблизить. Да, сколько здесь мест для рыбалки? Видать, люди часто рыбачат. Самое интересное, я думаю, подошло к концу. На сегодня можно закончить. Встретимся уже в следующий раз.